Все запланированные национальные проекты на территории Татарстана до конца 2020 года будут реализованы в срок. На реализацию национальных проектов запланировано направить чуть более 27 миллиардов рублей. Из них 18,8 миллиардов будут выделены из федерального бюджета, чуть более 8 миллиардов из республиканского. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы и построены мосты и дороги федерального, регионального и местного значения. На развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году запланировано направить 5,4 миллиарда рублей. Из них освоено более 3 миллиардов. В 2020 году в рамках реализации национальных проектов планируется строительство школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских домов культуры, благоустройство общественных пространств и муниципальных образований, приобретение квартир для населения. Приведение в нормативное состояние объектов дорожной сети, реконструкции, строительства очистных сооружений, а также развитие материально-технической базы детских поликлиник. Реализация национальных проектов и республиканских программ предполагает создание новых рабочих мест. Также важнейшим приоритетом органов власти является развитие человеческого капитала, повышение качества жизни населения. На это также направлена стратегия 2030. Елена Маврина, Юлия Казамарова, новости Татарстана.